Андрей Платонович Платонов занимает особое место среди русских советских писателей. Его настоящая фамилия – Климентов. Он родился в Ямской Слободе Воронежской губернии в 1899 году. Семья была далека от литературы. С детства мальчик любил технику, потому что его отец был машинистом паровоза и слесарем железнодорожных мастерских. Платонов получил невыдающееся для того времени образование. Он учился в церковно-приходской школе, а затем в Воронежской городской школе. Андрей с 12 лет начал работать, чтобы помочь родителям, ведь в их семье было 11 детей. Когда в 1917 году произошла Октябрьская революция, а потом началась гражданская война, будущий писатель работал корреспондентом газет, был мобилизован и участвовал в боях. После войны Платонов учился в Воронежском рабочем железнодорожном политехникуме и стал инженером. Он участвовал в строительстве нового советского государства. Занимался в составе комиссии альтрификации страны. И все это время Андрей Платонович пишет стихи, рассказы, очерки, повести и романы. Он создатель своего уникального стиля, особого языка. Именно этим он и заслужил критику со стороны коллег-писателей и правительства в целом. Наиболее известные его произведения – это повести «Котлован», «Епифанские шлюзы» и роман «Чевенгур». С 1931 года Платонова практически не публикуют, так как считают, что писатель неправдоподобно описывал тяготы строительства социализма в стране. В годы Великой Отечественной войны Платонов работал корреспондентом газеты «Красная звезда» и писал военные рассказы. Он участвовал в битве под Москвой, был на передовой в Ржеве, на Курской дуге. После публикации рассказа «Возвращение» имя писателя стало запрещенным для литературы. Ему пришлось заниматься обработкой народных сказок, чтобы хоть как-то прожить. Платонов, еще будучи на войне, заразился туберкулезом и умер в 1951 году. Так чем же так замечательно творчество этого советского писателя? Его творчество отличалось оригинальностью и глубиной мысли, а также особым стилем и языком. Одной из основных тем, затрагиваемых в произведениях, является проблема человеческой судьбы и смысла жизни. Он исследует сложные вопросы о сущности человека, его месте в мире и его отношении к обществу. В своих произведениях Платонов часто использует символику и аллегории, чтобы передать свои мысли и идеи. Одним из самых известных его произведений являлся роман «Чевенгур», который рассказывал о жизни и судьбе героя в период гражданской войны и послевоенного времени. В этом романе автор обращается к теме идеализма и разочарования, исследуя сложные взаимоотношения между людьми и обществом. Еще одним важным произведением Платона являлся рассказ «Котлован», который также рассказывал о строительстве гигантского котлована во время индустриализации Советского Союза. В этом рассказе Платонов обращается к теме труда и его влияния на человека, а также к проблемам прогресса и развития общества. Стиль Платонова отличается простотой и ясностью, но в то же время он использует необычные образы и метафоры, чтобы передать свои мысли и эмоции. Его язык часто является поэтичным, философским, что делает его произведения уникальными и запоминающимися. Творчество Андрея Платоновича Платонова оказало значительное влияние на современную литературу. Его работы стали примером глубокого исследования человеческой души и проблем современного общества. Многие современные писатели находят вдохновение в его произведениях и используют его стиль и темы в своих работах. Одной из особенностей стиля Платонова является его поэтичность и метафоричность. Он использует яркие образы, необычные сравнения, чтобы передать свои мысли и чувства. Его язык богатый и экспрессивный, что делает его произведения уникальными и запоминающимися. Еще одной характеристикой стиля Платонова является его экспериментальность. Он играет с формой и структурой текста, создавая нестандартные композиции, необычные ритмы. Это придает его произведениям оригинальность и новаторство. Одной из главных особенностей писательского почерка являлась его социальная ориентация. Он остро и критически отражает проблемы современного общества, обращая внимание на социальное неравенство, эксплуатацию и несправедливость. Его произведения часто вызывают размышления о смысле жизни, о ценности человеческой души, о необходимости борьбы за справедливость.
В целом стиль и писательский почерк Андрея Платонова отличаются глубиной мысли, философской проницательностью и социальной актуальностью. Его произведения оставляют глубокий след в сердцах читателей и продолжают вдохновлять новое поколение писателей. Творчество Андрея Платоновича Платонова оказало значительное влияние на современную литературу. Его оригинальный стиль и глубокие идеи вдохновили многих писателей и поэтов. Многие современные авторы учатся у Платонова использовать язык и образы для передачи сложных идей и эмоций. Они также обращаются к социальным проблемам, ставят под сомнение устоявшиеся ценности, подобно Платонову. Таким образом, творчество Андрея Платоновича Платонова оказало глубокое влияние на современную литературу, вдохновляя писателей и читателей задуматься о смысле жизни и борьбе за справедливость.